Здравствуйте. Видели ли вы когда-нибудь, как гусеница формирует кокон? Я вам хочу показать в этом видео, как это происходит. У нас на дворе 19 марта, 18 год. Еще морозно. Ночные температуры очень низкие. Дневные, ну, уже плюс 5, плюс 6. На улице я и увидела эту гусеницу, она лежала, вот угол дома оттаял, и на отмостке на бетонной я увидела гусеницу, взяла ее в руки, увидела, что она живая. И мне стало интересно, если мы ее занесем в дом, создадим ей некие условия для жизни, может быть, либо гусеница дальше будет у нас жить, питаться, было бы интересно понаблюдать вместе с ребенком, как она и что делает. Либо она сможет у нас превратиться сначала в кокон, а потом из кокона уже в бабочку. Что это за будущая бабочка, я не знаю. Гусеницу эту я положила вот такую вот баночку. Я извиняюсь, конечно, что тут написано, это не реклама огурцов. Но с этой стороны получилось, что она начала формировать свой кокон. И видно, какая уж есть баночка. Вот. Что хотела сказать. Посмотрите, вот она сформировала. Вот когда гусеницу мы видим, перед тем, как она ей перейти уже в стадию куколки, у этих гусениц не гладкая поверхность такая, а вот из каких-то волосков видно, да, состоит. И вот эти волоски она каким-то образом прила вот в эту сетку паутинную. И все работает и создает кокон. Но пока это больше похоже на какую-то капсулу. Интересно даже. Она живая, она шевелится, работает, там трудится. Вчера еще этого не было. Сейчас 8 часов утра. И я удивился. Сначала подумала, что это какой-то кусок плесени, что ли, образовался. Потому что я этой гусенице положила вот листик капусты, ложила перо от лука от зеленого и вот ватка, она немножко смоченная водой, но так, чтобы влага не была на дне этой баночки. Вот. И, видимо, достаточная влажность, достаточное тепло. Она стоит у нас на подоконнике, прикрыта орхидеями. Вот. Чтобы на нее не падал свет. Видите? Здесь она как в природных условиях, получается, как в джунглях каких-то, вот, живет. Вот мне просто интересно, как же это все у них происходит, буду наблюдать. На следующее видео я покажу, как она уже образует кокон. Ну, судя по тому, как она это быстро делает, и всего, наверное, за 12 часов, наверное, она вот это все сделала, я могу даже не заметить, как все превратится именно в кокон такой тверденький. Вот. Но это очень интересно. Ребенок еще у меня спит, скоро будет, буду будить, потому что мы учимся вторую смену. Чтобы ей тоже было интересно. Вот она что-то делает. Что-то, как там все держится своими лапками. Вот волосиночки свои вплетает. Ну, интересно, конечно, понаблюдать, что будет. Как это будет? Получится ли у нас бабочку эту вывести? Будет интересно. Природа свое берет. Интересно. Интересно. Вот внутри, видимо, там полость, да? А сверху кокон. И вот она внутри этой полости, она все обматывает волосинками. Не знаю, что она еще там делать будет, как это все произойдет. Ну вот. Спасибо за внимание. Всего доброго.